Всем привет! Сегодня мы исследуем река Сингапур и причал кораблей. Возьмите станцию метро Raffles Place и выход Б. Вы окажетесь в центре финансового района. А через 20 метров нужно будет повернуть направо. Не забудьте сфотографироваться, конечно же. Очень красивое место. И еще 200 метров вперед, и вы окажетесь, собственно, на набережной река Сингапур, место, которое зовется Бот Ки. Вот. В Сингапуре самый удобный способ передвижения – это метро. Все находится очень рядом. Ну и, во-вторых, в метро холодно, а в Сингапуре очень жарко в течение дня. Вот, это набережная река Сингапур. Здесь также можно взять лодку вечером и, собственно, прокатиться. Вот, здесь полно ресторанов, баров, там очень много местных, приезжих, соответственно, экспатов. Вот одно из самых популярных мест, ну и самый известный голубь испанского скульптора. Вот, не забудьте сделать несколько фотографий. Вот, если хотите пообедать или ужинать, то однозначно приходите сюда. Место называется Бот Ки. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я буду выкладывать видео по Сингапуру в ближайшие пару дней. Вот, и всего доброго.